Челябинец вышел на карниз балкона с вещами, чтобы отправиться в поездку с МЧС. Вот такие вот страсти стоят. Я когда мимо проезжала, думала, это манекен. Нет, живой человек, мужик. И говорят, такое уже не первый раз. Необычный случай произошел по улице Салавата Юлаева. Пожарным пришлось эвакуировать экстремала с карниза балкона. По данным автора видео, человек, стоявший на карнизе, был очень рад видеть сотрудников экстренной службы. Он здоровался с ними и даже сказал, что собрал вещи и поедет с ними. А в дом заходить не собирается. Местные уверяют, что у мужчины психическое расстройство. Зимой он уже выходил на карниз балкона. Благо, не сорвался вниз и не получил травм. Работники МЧС посоветовали родным безумца лучше за ним приглядывать.